Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а у нас сегодня будет супер серия про Террарию, потому что мы сегодня взорвем 1000 динамита, ну не знаю, может быть я преувеличиваю, но у меня, короче, инвентарь полон динамита, и мы его сегодня будем взрывать. А еще я нашел новое облако, раз. Вот тут вот я уже себе начал строить дом. И новое облако 3. Мы вот в это облако сегодня полетим и посмотрим, что ж там за дом. Честно, я вот там не залезал в него и не смотрел, что там за сундук. Я его просто нашел и отложил на сегодняшнюю серию. Так. Ну что ж. Наступит день, будем бабахать. Я пока проведу экскурсию в свой дом. Я, кстати, научился вылезать и залезать в летающую тарелку. Меня вот это вот порадовало. Оп. Блин. Может быть, мне тут крыльцо какое-нибудь поделать. О, норм. Так. Хавать. Я, короче, все-таки добыл трофей этого мозга. Мозга Ктулху, которую мы в прошлой серии мочили. И это круто. А еще на меня нападали гоблины. Да, на меня нападали гоблины. У меня тут даже это достижение есть. Где тут мое достижение? Так, это не тут. Тоже не тут. А, вот. Гоблин Панчо. На меня нападали гоблины. Вот так. Так, надо будет мне тут сюда ступеньки сделать. И будет все круто. Так, давай уже день становись. Я динамит взрывать хочу. Динамит — это круто. Я, наверное, взрываю динамит и даже... А так и будет. Я в этой серии хочу замочить стену плоти. А чё, с каждой серии новый босс давайте. Пью-пью-пью. Гул, может быть. Куда слетаем пока? А чё, можно? Давайте слетаем. Туда. Так. Ну, в принципе... Блин, жаль, что ты на карте подниматься не умеешь. Давай так. Че, все? Все, полетели. Так, это хорошо. Что мы полетели так близко? Ну да. Давай повыше возьмем. Вот он. Вот он, этот дом на облаке. Тут, кстати, какие-то... Он летает. Вот смотрите, вот видите? Видите, вот я его сейчас убью. Или не убью. Короче, получай. Я тоже летать могу. Короче, вот такая хрень тут водится. А еще у моего костюма есть какая-то способность, но я еще не раскрыл. Я как-то раз взял и стал невидимкой. Знаете. Так, ну что? Откроем этот сундук. Вау, Хири Стар Фури. Это что у нас? Звездный меч, что ли? Монеты тоже есть. Ангел старший. Но я его поставлю себе. Давайте испытаем на враге. Сказать, какой-то бесполезный меч, в принципе-то. Давайте полетаем, что ли. Ну-ка, убей. Смешной, но бесполезный. Ладно, оставлю этот меч
готовится к трофею. Для себя. Охренеть, вы разлетались, ну-ка. В принципе, нормально тут. О, а я дома. Ну-ка, убей зомбака. Пока. Так. Вот хрена мне тут зомбаки делать. Ну что ж, этот трофей надо будет куда-нибудь сюда повесить. В самую середину. Но я сейчас этим заниматься не буду. Нас ждет динамит. И мы проберемся к нашему боссу. Так. Полетели. Так, в принципе, расщелину можно сделать где-нибудь вот здесь, гол. Начинаю делать расщелину. Блин, ты что делаешь-то, родная? Давай вот так. Все супер. А теперь переходим к самому интересному. Бабахаем динамит. Это шутка? Почему ты прыгаешь? О, пошло дело. Давай, взрывай, взрывай. Окей. Так, теперь давайте эту динамиту набросаем. Как получается, только я переживаю за своих этих жителей. Надо бы тут мостик сделать безопасный, красивый и безопасный. Хотя мне этот мост вообще невыгодный будет. Мне же самое главное, чтобы я туда мог провалить ту дыру. Поэтому я сделаю сейчас по-другому. Ну-ка, дерево. Так, мне надо эти наделать. Вот платформ. Думаю, достаточно я наделал вот платформ. Такс. О. Супер. Идеально, я сделал. Так. Эту надо сделать заборчик, если у нас на заборчик хватает. Ну конечно, у нас на заборчик хватает. Интересно. Зачем вот платформу-то ломать?
пригодится. Так, давай нормально поставлю. О, мило дело. Вот так. Ну что, продолжаем взрывать. Эх, все-таки говно я подчерпнул. Ладно, продолжаю взрывать. У нас там следующий динамит, опять прыгучий динамит. У нас тут вон какая-то дорога есть. Смотрите, тут пещера была. Тут вон вот есть. Да куда мы там? Ух, ни хрена себе. Да бабахались. А тут дальше вода, да? Окей. Ничего, прыгучий динамит не будет высоко прыгать в воде. Значит, вообще динамит взял. Вот так. Вот я называю бабах. Ну-ка еще динамитика. Да еще динамита взрываем. Интересно, нам удастся до глубины пробабахать все это. Короче, кто сюда полетит, тому конец. Кто с мостика упадет, тому не жить. Вот так это и называется. Уже даже этот не слышу. Ух, ни хрена себе, у меня тут вода стекает. Как эпично стекает вода. Даже этот уже динамит не слышал я. Что произошло? Слизень? Блин. Гоу еще на бабаху. Давай, давай, накидывай. Очень интересно, что я там такое делаю. Потому что ущелье уже во получилось. Смотрите, какое глубокое ущелье уже получается. Так, ну-ка полетел, что там творится-то. Вот тут еще какая-то... Какой-то проход тут еще он получился. Изучать можно. Вода еще стечь-то не успела. Что я сделал? Охренеть, что я сделал? Это что? А, это покрытие тут такое. Охренеть, просто фонтан воды идет. Куда там добабахнуто? Ой, пираньи? А чё тут пираньи делают? Я походу эту тут железную дорогу сломал. Чё за железная дорога? Поехали. Охренеть. Я нашел новое какое-то тут место для изучения. Ну-ка ставить. Оба-на. Ладно, хрень. О, вот у меня той статуи никогда не было. Чё статуя? Блин, ну сломайте этот лёд. Всё. Поехали нахрен отсюда, поехали нахрен отсюда.
Так, ты потише, там дальше съест. Оба-на. А я нашел мир трюфели. Смешно. Только я его походу разбабахал. Помните, NPC трюфеля призывали? Вот я нашел его мир, походу. Охренеть, что тут? Что, дальше у меня не добабахало, да? Ну ничего, мы это сейчас исправим. Где у меня там ущелье было? Так, сейчас по периметру, сюда даже еще вода не сошла. Вся. Вот периметр, да? Давайте еще. Побабахаем. Так, ну чё, прыгучий динамит. Поехал. Пиу, давай, поехал. Бум, 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 бум. По периметру все будет. Так, теперь динамит, который липнет сюда. Чтоб не мешал проходу. Так, ну-ка, вот эту вот хрень сломай. Ну-ка, я попаду или нет? Во. Ой, ой, подорвал не то. Ладно, пофиг. Подорвал, подорвал. Так, ну-ка, накидываю. Давай, давай, бабахайся. Пока, скелет, ты умрёшь. Чё я творю? Чё я творю? Прыгучий давай накидаем. Сейчас докидаем, посмотрим, что там. Блин, не то я хотел. О, где мой там динамит? Что я сделал? Тут сейчас все озеро сольется. Ну, нам наплевать, мы будем продолжать. Пираньи, иди нахрен, ты до меня не доплывешь. Пираньи. Так. Говнецу надо убирать. Говнецу нам будет мешать. Охренеть, что это с водоем делаю? Я сейчас весь с водоем куда-то солью. Блин, пираньи. Сделал-то. Ой. Охренеть, я нашел новое ущелье. Какое-то. И это круто. Ладно. Пофиг. Изучать я не буду. Мне сейчас самое главное побабахать еще. Так, ну-ка, прыгучий пошел динамит. Вот так вот. Охренеть, вода еще даже не перестала выливаться. И... Ну, так.
не, о, все кончилось, вода, что-то с водоем, офигеть, я весь водоем. Блудмун, да, красная вода, кровяная, ну пофиг. Я все равно справлюсь с любым блудмуном. Так, че, полетели. Че у нас тут? Вода еще не успеет сливаться, я хренел, блин. Мышь, ты мне всю малину испортил, да ёкало мене. Взяла мне тут проблемное дело. Тут еще какая-то железная дорога была, только я ее разрушил. Куда она ведет? Оба-на! Слушайте, это ж старый заброшенный корабль. Тут случайно карты пиратов нет, нет. О, у меня новый бумеранг. Айс бумеранг. Что ты делаешь? Ладно. Айс бумеранг мы тебе продадим. А нет, стоп, люстры есть. Все мои. Иди нахрен. Ты же знаешь, что я тебя убью. Все. Уезжаем отсюда. Притормози. Хорошо, что не улетает, как в Майнкрафте с рельс. А то просто жесть была. Отлетели. Что мы сделали? Одна вода. Что-то у меня вообще лето криво пошло. Надо вот здесь вот бабахть. Да блин, вот летучие мыши бесят. Давай, давай, бабахай. А, вот так вот тебе, коза. Охренеть, у меня еще динамита, конечно, это просто жесть. Просто тупо кидаю весь динамит, выкидываю и ничего не смотрю, не обследую. Смотрю дальше, что там будет. Это жесть. Так, ну-ка, давай еще набросаем. Как раз вот взял эту вот статую из Ботмун. Этого монстра. И вот тебе Ботмун. Вода красная в крови. А сюда эти монстры не идут. А как там мои эти поживают? Ух, ни хрена себе, я тут надел. Нормально поживают, хорошо живут. Ух, да, много еще мне кидать. Жесть, сколько мне еще кинать? Ну, го, посмотрим, что там. О, текстура, я думал, жесть. Ух, ты что такой здоровый-то? Вода вот, конечно, мой враг, если я с летающей тарелкой.
Так, а вот это вот там что? Айсблок, это ясно. Что у вас тут в сундуке? О, пистак. А этот пистак, короче, вот эта вот штука стреляет. Фаер. Ну, короче, свет делает светло, но мне это не надо. Чё, это типа всё? Произошло, что я наделал, это просто жесть. Уже глубоко, да, пошло у меня тут дело. Пираньи. Откуда у вас тут сушки берется, а нечисти? Че, вот тут вот дальше все, да? Там этот, надо его спасти. Я тебя спасу. Чувак, стой, не умирай. Там ученый, там будущий мой житель. Так, уйдите вы, нечисть. Вот нечисть, она его убивает. Так, ну чё? Шоп давай. О! Блин, жаль, что сейчас купить не могу, ну ладно. Все равно спасибо тебе. Куплю тебе эту штуку, она мне сейчас нужна. Ты в ближайшем времени в моей деревне должен поселиться, да? За то, что я тебя спас. Все супер. Придешь ко мне в деревню, понял? Псидиан нафиг какой-то мне тут образовался. Ну-ка. Не люблю такие образования, взорвать. Еще взорвем. О, шикарно. Так, а теперь вниз. Накидываем, накидываем. Обычно давай динамит, давай, давай. Набрасывай, набрасывай. Там уже что-то интересное, страшное. Уже лава. Стой, откуда обсидиан образуется? А тут лава. С водой идет в образование, да? Ну-ка, взорвать это надо. Так, теперь надо смотреться. Ты ж
Это обсидиан. Еще кидаю, накидываю. Ух, тяжелая работа, 1000 динамитов взрывать. Это просто жесть. Смотрите, какое ущелье получилось здоровое. Если лететь на дом, то это лететь и лететь хорошо. Что у меня тут зелье было. Домой возвращаться. Я должен убить босса. В этой серии без босса просто нельзя. Эй. Ой, боже, плаву уже. Да хрена просто давно. Тут сейчас будет образовываться обсидиан. В принципе, ну-ка, где? Я почти уже добрался, в принципе, ну. Обсидиан мне тут образовывать не надо. Ну-ка. Мелкие. Накидываю. Обсидиан мне тут делать не надо вообще. Мне еще туда надо идти. Охренеть, сочетание воды и лавы. Это жесть. Почему я говорю, ну-ка. Студить. Блин, не. Улетай. Не умирай, чувак. Тебе умирать нельзя. Давайте восстановим. Это что? Какая-то выпала. Что за пуколка? Пуколка какая-то выпала. Пипец. О, шикарно, смотрите, как он быстро цитамины устанавливает. Давай это еще выпьем. Мы должны сегодня убить босса. Без босса нельзя просто. Серия, я знаю, долгая серия получается. Так, ну-ка. Обычный мне динамит сюда. Давай, бросай туда динамит. Не жалей, мне надо весь динамит истратить на это ущелье. Самое главное, как глубоко, как долго, а вон уже видно лаву. Я уже, можно сказать, там где надо. Так, вылетел. Перевоплотился в эту. Так, идеально, это лава, да, уже? Все, я уже добрался, можно сказать, так. Ну-ка, еще кинаю.
побольше. Рыба стоит, смотрит его. Это что за раки? Рыба превратилась в монстра. Что за бред? Почему это случилось? Это поджегся, вода не студит. Кривоголовый. Ну-ка еще взрываем. Чувак, уходи оттуда. Ладно, ничего не поймать, тебя бомбанят сейчас. Так. Давай. Нет, конечно, очень долго ты еще динамит взрывать, это жесть. О! Походу я уже добрался. Так и есть, я уже по-любому добрался. Вон уже летучие мыши летают, которые ко мне добраться не могут. Сейчас у меня скоро вода закончится и все. Так, ну-ка еще накидаем. Уже, о, ущелье, вот, тут еще где-то вода стекает, еще. Блин, кто в меня стреляет? Вот вон уже, жесть просто. Я охреневаю. Что я сделал, блин, а что ты так высоко скачешь? Блин, вот эти монстры-то есть. А вот, блин, в любом случае я... вашего босса завалю, не лезьте даже. Как мне сделать так, чтобы тут эта лава уже прекратилась? Эта лава уже бесить начинает. Кто меня там мочит? Улитка какая-то вон. Опасная улитка. Ну, мы, в принципе, уже добрались. Голову тут бабахнем еще. Прыгучего давайте. Блин, с как он хрен. Прыгучий динамит. Шикарно, уже избавился. Воу-воу-воу. А вот и мир. Это вурдалака. Вон и печка. Я так долго искал печку. Никто мне не помешает. Даже четкая музыка. Да блин. Вот ты справедливо, а, насквозь стреляешь. Блин. Да ничего, вы меня отняли. Все. Шикарно. Мне нужен ваш босс. Поэтому я вас буду убивать и его звать. Мне нужна стена плоти, она мне нужна. Где ваш босс? Я буду звать вашего босса сюда. Босс, мистер босс, вы где? Оба, на том какой-то сундук. Новое обновление, что ли? Ну-ка, где там мой динамит? Блин, чем я стреляю? Летучий динамит полетел. Блин, да не сюда. Ну, без разницы.
Охренеть, вот что это за сундук, вот мне интересно. Ага, вурдалок, только ты... А, ключ нужен, да? Чтобы его открыть, нужен еще и ключ. Интересно. Дайте мне куклу Вуду, я хочу с вашим боссом встретиться. Я пришел бросать вызов вашему боссу. Я уже сказал. А чё, мне типа облететь нельзя? Ну да, придется бабахать. Так, бум. О, как я вовремя подлетел. А, сквозь давай. Мне нужна длинная дорога, чтобы с вашим боссом... Справиться я вон да, да долетел до целого. Как же долго мне пришлось до него идти, до этого ада, чтобы встретить вашего босса. Это жесть. Так, ты чё тут, выпендрёжник, найти раз, найти два. Так, тут прилететь мне можно, да? Шикарно. Мне нужен ваш босс. Вы... Ложки, где ваш босс? Крепости тут каких-то настроили. Подземный город называется. Вот это вот первая такая крепость, вижу кирпичную, интересно. А ну ладно. Пофиг, блин. Чё это я жарюсь? Блин. Так. У нас чё, хрень полная? Ну где ваш этот? Где всякие летальщики там, не пойму. Уже довольно долго снимаю. Серьезно? Крепости сит настроил. Вот блин, когда вот без ничего прихожу, пожалуйста, нет никого. Блин, когда прихожу вообще без ничего, все есть. Чем-то пришел, никого нет. Я прошел. Мне нужен трофей вашего босса. Блин, не беси меня, мышь. Мне еще зелий восстановления, просто зашарахаешься сколько. Ну, тут, в принципе, особо и рулить можно. Так, иди нафиг. Где... Оба-на, сколько я выйду. И куда она упадет? Я ей помогу. Thank you.
чё, друзья? А вот и босс. Иди сюда. Миша. Я убью. Так, убил. Я его убил. Так, ладно, а теперь мне домой. Хотите вот того или нет? Да идите вы нафиг, все, я победил. Вот, блин, вот теперь их до хрена, да? Так, я домой. Ну что ж, я пришел, что случилось? Охренеть. Я что, я потерял своего советчика? Я же его не мог потерять. Почему я его потерял, ты мне можешь сказать? Не мог я его потерять. Вы чё, вы потеряли советчика? Ну, не дали, конечно. Ладно. Так. Есть картина. Вот вам подарочек из преисподней. Поставил. Вспоминайте. Блин, своих монстров тут тоже есть. Короче, торговец. Я тебе сейчас продам свой динамит. И получу за это еще кучу денег. Че вот это за штука? Вау, это какой-то новый монстр. Чтоб что-то тут делать. Отстанет моих. Гигантский глаз. Что-то я смотрю, монстры стали сильнее. Моих-то этих не надо бить. Все понятно, для них надо сейчас это оборону делать. Не знаю, пока не придумал. Так, что еще мне дали? Вот это вот мы сейчас посмотрим, где мой дом. Почти долетел. Надо бы побольше зданий новых настроить, а то мои жители в опасности. Это повесить можно, а чё это? А, вот чё это. Понятно. А это тоже себе. А, забыл её продать надо. Так, если вот здесь. А люстру повесить. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был Тотемпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий Террарии, всем удачи, всем пока.